З Великоднем, наші братці, я хочу вам побажати обов'язково, щоб ви були міцними, здоровими, щоб поруч у вас все було добре, ви справляли задачі і перемагали, тільки перемагали, і ніяк інакше, без хотів. А ця машинка буде допомагати вам. Дякуємо всім людям, які долучилися, приєдналися, зробили так швидко таку важливу справу. Це була задача дуже непроста, але впорались. І тому сьогодні Великодень, коли символ цього свята перемоги добра над злом, ця машина теж є символом нашої перемоги добра над злом. Слава Україні! Героям слава! Добрались, пацани, блін. Вторі сутки в путі. Здорово! Ну що, танк бойовий? Внедорожник, говорять. Привіт, приїздом. Смотрите, у нас пасти завтра. Нам нужно демонтировать газ. И вот только мои друзья, лидергаз широкая 45, готовы нас сегодня принимать. Это, кстати, лучшие газовщики вот, по газовому оборудованию в моем понимании в городе Днепр. Я знаю их много лет. Вот Андрей, руководитель СТО, который нас сегодня будет принимать за фильм-контентик. Вот Леха, мастер-приемщик, который всегда нам помогает и никогда нам не отказывает. Такие крутые пацаны. Семен сейчас вынужден был уехать с Донбасса, покинуть родной город Северодонецк. Он сейчас нам помогает вот сделать пыльник Шуза, который рэпнул, да? Ванька, мой друг-сосед, тоже поддерживал все эти проекты по транспортным вопросам. Занимаемся. Отведайте и вы силушки богатырской. Пацаны, спасибо вам за вашу помощь. Благодарю. Доброго вечора, ми з України. Веземо цей танк до 25-ки. Все буде добре, все буде Україна. Перемога за нами. Поїхали! Все буде Україна.